В понедельник вечером область облетела шокирующая новость. В Хомске случайные свидетели обнаружили в мусорном контейнере, почти в самом центре города, части человеческого тела. Страшные подробности и первые фотографии начали появляться в социальных сетях. У местных жителей нам удалось узнать, это не первая подобная история. Нечто подобное в Хомске уже происходило. Ну как спокойный? Бывший бандитский город, как он может быть спокойный? Ну такое за последние... Такой случай уже был один раз. Давно, не помните? На месте Колизея, когда пустырь был, уже был такой случай. Шокирующе, конечно, дети ходят. Очень страшно, конечно. Остальные части тела погибшего были найдены также в мусорных контейнерах, всего в квартале от первой находки. Спустя еще несколько часов криминалисты смогли установить личность погибшего. Им оказался 39-летний уроженец Александровска-Сахалинского. Уголовное дело возбудили в течение нескольких часов. Выйти на след подозреваемого портовым сыщикам и следователям удалось ближе к утру. Его личность, впрочем, как и мотивы этого тяжкого преступления, пока в интересах следствия не раскрывается. Приоткрыть некоторые детали этого убийства следственные органы все-таки смогли. Главный подозреваемый – 48-летний житель Свердловской области, такой же бездомный, как и его жертва. Убийство произошло во время пьяной ссоры. Орудие преступления – нож. Потерпевший получил 2 удара в грудь. После этого последний ушел в дальнюю комнату подвального помещения, где через неопределенное время от полученных ножевых ранений он скончался. Спустя 4 дня подозреваемый с целью избавиться от трупа расчленил его, поместил в полиэтиленовые пакеты сумку и вынес мусорные баки. На данный момент по решению суда главный фигурант уголовного дела взят под стражу и находится в следственном изоляторе. Расследование продолжается.